Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня решили готовить шашлык, рулет шашлык из говядины и из куриных бедер. Шашлык тайёрлаймиз бугун. Рулет шашлык мол гўштидан ва товуқ гўштидан тайёрлаймиз. Бошладик мана бугун. Хўш. Mana mol go'shti, mol go'shtini kontrfile qismi. Kontrfile qismi. Lahm joyidan olsa bo'ladi. Luboy misol uchun o'sha lahm joyidan olsa bo'ladi. Nu kontrfile yaxshiroq, yana ham yaxshiroqki, jilkasi yo'q ichida hech qanaqa chiroyli joyi, yumshoqroq joyi boshqa joylariga nisbatan. Bo'lib olamiz hozir, kusoglarga kesib olamiz. Keyin atbifka qilamiz. Uni boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Mana kusoglarga bo'lib oldik. Xo'sh. Ana endi buni atbivka qilamiz. Вот, дорогие друзья, теперь начнём отбивать мясо. Go'shtni atbivka qila olamiz. Thank you.
Вот, друзья, теперь отбиваем куриные бедра. Тоже так же. Xo'sh, mana do'stlar, ana endi tayyorlab oldik. Mana endi buni hozir o'raymiz. Так, заворачиваем сейчас. Ставим сыр сначала и соль с перцом. Вот, друзья, примерно вот так будет. Вот теперь мясной. Сыр где-то 25 грамм. А каждый кусок мяса это 120 грамм. Можно по 100. Вот, дорогие друзья, рулеты готовы. Теперь на полчаса поставим на морозильник. На полчаса морозильник поставим. Так, азиз дўстлар, энди ўша рулетларимизни мариновкаси учун бунака тайёрлаймиз. Помидор блендердан ўтқизганмиз. Хош, мне паприка кушамас. Паприка. Так, бір қошық сметана кушу орамыз. И туз. Энди буларни маринад қиламиз. Мана қотди, қотиб олди азгинча.
Mana endi mana shu yarim soat turadi. Marin yarim soatda o'zida maza oladi bu. Keyin pishiraveramiz. Так, mana aziz do'stlar, endi pishiramiz mana buni. Mana bu setkaga qo'ydik ruletlarimizni. Agar ruletga setka bo'lmasa, anaqaga pishirsa ham, sixga tortib pishirsa ham bo'ladi. Bismillah. Друзья, теперь готовим соус для шашлыка. Так. Кетчуп, острый кетчуп. И добавим гранатовый соус. Гранатовый соус мы сами готовили. Вот этот соус для шашлыка. Шедевр. Просто шедевр. Mana ruletimiz tayyor. Bismillah. Соусымыздан соламыз. Бисмилла. Просто шедевр. Просто шедевр, бұндан бошқаша болушы мүмкін мәз. Мазасыға ұмыман кәп ел. Сочни. Сыр билан жуда ҳам ажойиб келишади гўш. Соус ҳам идеал бўлган гўш учун. Бу анча ичкари томондан экан. Друзья, вот у нас куриный рулет тоже готов. Может, попробуем сейчас куриный рулет. Шедевр. Шедевр. Просто шедевр. Aziz do'stlar, sami o'z uyingizda tayyorlab ko'ring. Juda ham ajoyib mazasi, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda sochni kanalimizga
obuna bo'ling, video yoqqan bo'lsa like bosing. Prosmotr uchun hammaga rahmat.